Фасад недоделан, нет сетей, прилегающая территория заброшена. Вот так в нескольких словах можно описать большинство таких объектов. Порой есть решение суда на снос, например, лишних этажей. Но технику на стройплощадку так никто и не пригнал. А иные строения и вовсе в свое время начали расти без разрешения. Да еще и в ущерб соседним домам. Такие здания город не красят, отметил глава Сочи. Сами застройщики не торопятся найти выход из ситуации. Просто скрываются, а вместо себя присылают помощников или родственников. Идти на компромисс в таком случае власти не будут. Тем более, что, по словам мэра, острой необходимости в жилых комплексах сейчас в Сочи нет. Острее стоят вопросы строительства школ и больниц в растущих районах. Это огромные дорогостоящие объекты были. И все благодаря тому, что у нас вот такие инвесторы были, которые строили дома. Вот. Домов настроили, продали, а потом инфраструктуры социальной, ее не хватало. Нам строить в городе Сочи жилье не надо. Понятно, да? Это не только моя позиция, это позиция губернатора, это позиция главы государства. Потому что нам строить в городе сегодня, ну, это вредить, потому что социалки не хватит. Там, где помимо прочего территория захламлена, разбираться будут главы районов и Роспотребнадзор. В ближайшие дни они посетят участки, и если мусор так и не будет убран, выпишут немалые штрафы. Поймите, что все это закончилось.